Так, вашему вниманию я предоставляю сейчас сеялку СЗП-3.6 новосибирская. Цилиндр будет? Цилиндра нет, к сожалению, вот единственное, чего здесь нет. Все остальное в наличии. Все диски в наличии. Колеса, скорее всего, из-за того, что стоит долго, придется менять. Ящики, ну, я не вижу, чтобы сгнили. У них есть больные места. Но вроде бы здесь все хорошо. СЗП-3.6А. Здесь не разбито, цепи на местах. По сей день может работать, и она рабочая. Вот единственное, что уже не пользуется много лет, стоит, ждет своего хозяина.